суток, дорогие друзья! С вами канал Юбилейные Монеты. Сегодня на обзоре мы рассмотрим 25-центовую монету, посвященную 48-му парку США. Это национальный исторический парк «Война в Тихом океане». Он был создан на Гуам в 1978 году в память о мужестве участников военных действий на Тихом океане во время Второй мировой войны. В состав парка входят различные части островов. Это бывшие места сражений, огневые точки, пещеры и исторические сооружения. В ходе Второй мировой войны Гуам подвергался японской бомбардировке 8 декабря 1941 года. Потом сдался японским силам 10 декабря. Японская оккупация Гуама продлилась 2,5 года. 21 июля 1944 года американцы высадились на Гуаме. Битва за Гуам длилась 20 дней. Естественно, у нас изображение битвы на Гуам. Вот. Год чеканки 2019-й. На обратной стороне у нас изображение Quarter Dollar. Мы верим в Бога. И сверху написано Соединенные Штаты Америки. Стандартное изображение. Горд рубчатые монеты. Тиражи у этих монет очень большие. Там исчисляются десятками миллионов штук. Поэтому стоимость этой монеты составляет примерно сейчас 50-60 рублей. Если ее покупать у перекупщиков. Если вам повезет, конечно, вы можете ее приобрести из банковского ролла в банке. Вот такая монетка. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем спасибо и всем до скорых встреч!